Приветствую, друзья! Пришла посылочка. Смотрим со всех сторон на нее. На случай, открывалась она или нет. После того, как мне пришло бревно, хочется уже все осматривать. Но вроде бы ничего не открывалось. Я, по крайней мере, не увидел. Хотя на почте внимательно присматривался. Так. Здесь должна быть... Должен быть спикер, колоночка должна быть. Так вот. Откроем по-жесткому. Потому что некогда цацкаться с этой штукой. Так, есть. Так, смотрим, что внутри. Коробок пустой. И лежит вот такая штука в пупырке. Раскручиваем, смотрим. Все может быть, друзья. Даже меня коснулась эта волна. То, что вместо товара присылают куски дерева. Честно говоря, всегда считал, что такое касается только людей, которые покупают там за 3 копейки айфоны, которые стоят очень дорого. Такие люди бывают. Так. Наматывали. Наматывали, как будто тут планшеты. Ух ты! А выглядит очень круто, друзья. Nilken Xman Wireless Speaker модель X1. Выглядит вот таким вот образом. Здесь Bluetooth видно. Так, все запечатано. Очень круто. То есть на этот раз, по-моему, все нормально. На задней части видим характеристики. Есть функция ответа на звонок, wireless player, AUX есть и USB зарядка. 5 вольт 1 ампер, micro USB, transmission примерно 10 метров, noise signal ratio это более 75 дБ. Есть AUX, как я уже говорил, поддерживаемые режимы это A2DP, AVRCP, HFP и HSP. Аудиоформаты Wave, Ape, FLAC, VMI, MP3 и спикеры 45 мм или 2 спикера по 4 Ома, 3 Вт. Вот такие вот микрофон, одна штука, батарейки, 5200 мАч. Playtime, то есть время проигрывания более 8 часов. Есть battery display 3 LED индикатора и индикация работы, один индикатор. В общем, очень круто подписали все. Давайте посмотрим. Насколько хорош спикер. Я спикерами пользуюсь часто. По одной простой причине. Потому что хожу в походы. В горы. И поэтому для меня спикер эта штука такая нужная. Да и дома, честно говоря, иногда пользуюсь. Так, как открывать? Пока не очень ясно. Вроде бы как, да, выдвигается. Все, выдвинули. Здесь две коробки. А, это одна коробка. Вот так вот открывается. Прикольно, что у нас в комплекте идет. Так, придется порвать. Она никак не хочет. Через этот разъем можно подключить ваш любимый MP3 плеер или смартфон, если это не iPhone последний. И кабель для зарядки USB, micro-USB. Так, прям... Инструкция по эксплуатации, юзер-мануал на английском языке. Русского не вижу. Ну, на английском можно почитать. Есть еще какая-то карточка. Продукт, гарантийный талон. И сам динамик, сама колонка. Очень даже, знаете, по размеру не маленькая. Я почему-то думал, что она будет так, карманного образца. Она прям... Нифига себе. Для примера спичечный коробок. Намного больше спичечного коробка. Так, спереди это металл, холодит. Здесь X такая выдавленная. NLE, наверное, это от Nilken сокращение. Сверху это такой прорезиненный пластик. Сзади тоже X, снизу тоже прорезиненный пластик. Есть карабин.
для зацепа на рюкзак. Есть заглушка, под заглушкой USB. Ух ты, полноценный USB, чтобы можно, наверное, флешку втыкать. AUX и для зарядки микро-USB. Вот так вот закрывается. Судя по всему, здесь можно погружать в воду, может, или под дождем, под брызгами находиться. Есть кнопки такие прорезиненные внутренние. Это вперед-назад, плюс-минус. Микрофон. Здесь находится зарядка. И включение. Так, мы видим, что у нас батарея на 3 из 4. Bluetooth. Вот, собственно, по Bluetooth работает колонка. И по AUX. Ответ на звонок, play-пауза. Ну и, соответственно, мы уже говорили, что здесь громкость. Сброса нет, есть микрофон. Так, попробуем, как играет. Для тестирования будем использовать мой смартфон. И, соответственно, выход AUX. Кто собирается использовать по Bluetooth? Ну, это здорово, конечно, но вы должны знать, что по Bluetooth качество звука пониже. Если колонка играет реально классно, то лучше использовать AUX. Bluetooth чисто для удобства. Вот если надо, не знаю, куда-то подальше поставить или поставить туда, где нет места для колонки. Сейчас послушаем. Ух ты! Блин, прям реально басит. Очень-очень круто. Так, еще. Ее прям дергает по столу. Очень классно. Сейчас попробую другую композицию, чтобы не забанили. Что я могу сказать, друзья? Играет она охрененно просто. По сравнению с теми колонками, которые у меня были, это просто супер. С другой стороны, весит она, конечно, немало. Если вы идете в высокогорный поход, наверное, не стоит ее брать с собой. Однако, если вы едете куда-то на природу, нормально раскачает вечерину. Если вы едете куда-нибудь в гостиницу, на речку, на рыбалку, можно брать с собой. То есть, реально классная тема. Там, где, куда можно затащить нормальный звук, так скажем. То есть, те места, куда тяжелые вещи брать тяжко, например, там, на вершину какой-то горы. Хотя, можно и так. Но сейчас давайте с весом определимся. Не знаю, тут, если есть более полукилограмма, мои весы могут не справиться. Так. Да, здесь более полукилограмма. Весы выдают, что... им тяжко. У меня весы работают до полукило. Посмотрим, вес указан ли он сзади. Нет, вес не указан. Ну, в общем, в этой распаковочке что я могу подытожить? Колонка прикольная, металлическая. То есть, надо ее еще слушать и слушать. И посмотреть, что как классно, что есть карабин. Весь резиновый корпус прорезинен, все кнопки убраны. Не знаю только, насколько защищен от воды микрофон, а все остальное защищено, в принципе, от воды. Классно. Вот реально, вот, если я куда-то поеду, там далеко, например, в Карачаево-Черкесию я собираюсь смотаться, обязательно возьму с собой. То есть, раскачает комнату точно. Раскачает где-то на природе точно. В отличие от других маленьких таких... спикеров, которые могут раскачать максимум, ну, так, маленькую комнатку, сесть, чтобы чай попить, то эта штука, под нее и потанцевать, наверное, можно. Ну, на этом все. Спасибо, друзья. Подписываемся на канал. Это была распаковка. Я еще поизучаю это устройство и расскажу о нем больше. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите другие видео и читайте обзоры на сайте sinkertech.com. Всем спасибо, всем пока. Такая классная штука, реально классная. Прям супер.